У выставочной зале Гомельского державного университета имя Франциска Скорины у рамках городского пасхального фестиваля 2021 открылась духовно-осветницкая выстава «Вочи у вочи». Экспозиция распочала свою работу у 17 раз. У ее основе – сдымки удельников фотоклуба «Святло души» при храме иконы Божьей Мати у всех тужливых радость. У Гомеля и дитячі малюнки выхованцев дитячей школы мастацтва областного центра. Мастаки подрыхтовали работы на тему пасхального радость. Авторы імкнуліся заховать моменты ширых позерков людей, малых и дорослых, у разные хвилины их духовных переживаний. Экспозиция «Вочи у вочи» – это спроба показать то, что нельга выказать словами. Дякуючи этой подеи в культурном и духовном житті университета и города во всех жадаючих з'явилася магчимость поглядеть на себе сбоку в очима інших людей. Мне кажется, что иногда нужно закрыть глаза, чтобы лучше увидеть. И лучше увидеть, что происходит с тобой, или как чувствуют себя твои близкие, прислушиваясь сердцем. И мне кажется, несмотря на то, что это фотовыставка, именно это и есть смысл ее. Традиционно в эти светлые дни мы делимся пасхальной радостью друг с другом. И эта выставка является как раз той возможностью поделиться впечатлениями от этой пасхальной радости с большим количеством людей. Выстава «Вочи у вочи» чакает своих наведвальников по 19 мая.